Санкт-петербургская компания «Красный Октябрь Нева», лидер по производству и продаже мотоблоков и мотокультиваторов в России и странах СНГ. Продукция предприятия выпускается под широко известным брендом «Мототехника Нева». Сегодня «Красный Октябрь Нева» — это высокотехнологичное предприятие, располагающее мощным производством полного цикла, основой которого являются современные серийные технологии литья алюминия под давлением, механическая обработка и сборка изделий. Достичь высокого уровня качества отливок помогают специальный комплекс рентгеноскопического контроля и высокоточная 3D-измерительная машина. Постоянный рост объема производства обеспечивается непрерывным развитием механообрабатывающего цеха. Замена ручного труда современными высокопроизводительными фрезерными и токарными центрами позволяет производить большие серии деталей. Автоматизация большинства технологических процессов дает не только высокий уровень производительности, но и позволяет создавать надежную, долговечную и удобную в эксплуатации технику, высокое качество которой подтверждают европейские сертификаты в области качества и безопасности SE, международные сертификаты качества ISO 9001, а также премии и дипломы различных конкурсов, которых ежегодно удостаивается продукция компании. Над созданием мотоблоков и мотокультиваторов «Нева» трудится команда высококвалифицированных специалистов. Используя в своих разработках современные методы компьютерного проектирования, они создают перспективные изделия. Для своей продукции «Красный Октябрь Нева» использует современные двигатели от ведущих мировых производителей «Робин Субару», «Брикс энд Страттон» и «Хонда». Визитная карточка предприятия – популярный в России мотоблок «Нева МБ-2». Его особенностью является сверхнадежная и мощная трансмиссия, позволяющая эффективно выполнять любые агротехнические операции с наивысшей производительностью даже на тяжелых почвах. Конструкция мотоблока дает возможность использовать его для целого ряда работ – заготовки сена, уборки снега, перевозки грузов и многого другого. Не менее популярен среди фермеров самый эргономичный в линейке «Мототехника Нева» мотоблок «Нева МБ-3». Конструкция мотоблока устроена таким образом, чтобы максимально снизить нагрузку на оператора во время работы. Все большим спросом у населения пользуются мотокультиваторы «Нева». Их отличительная особенность — широкий диапазон возможностей, легкость эксплуатации и обслуживания. В два раза меньший вес по сравнению с мотоблоками позволяет работать с культиватором на небольших участках площадью до 10 соток, а высоконадежные двигатели требуют лишь соблюдения несложных правил эксплуатации. Активное сотрудничество с Санкт-Петербургскими государственными политехническим и аграрным университетами позволяет ЗАО «Красный Октябрь Нева» находиться в постоянном поиске новых идей и создавать уникальную продукцию. Благодаря этому предприятие пополнило свой ассортимент новым мотокультиватором «Нева МК-80». Классическая конструкция и использование современных технологий обеспечивают повышенную надежность и высокую эргономичность. Главной конструктивной особенностью МК-80 является повышенное передаточное число редуктора, благодаря чему эта модель эффективно выполняет самые востребованные агротехнические операции. В 2012 году предприятие представляет новинку – мотокультиватор «Нева МК-200». Это первый в России силовой мотокультиватор, имеющий оптимальный набор скоростей для проведения садовых работ, в том числе вспашки легких почв. Его возможности позволяют эксплуатацию летом в комплекте с косилкой, а зимой в комплекте со снегоуборщиком для уборки мягкого снега. Обеспечить почве правильный уход – без труда выполнить различные хозяйственные операции, сделать свой труд более производительным и удобным – все это позволяет осуществить «Мототехника Нева» – бренд номер один в России, техника, произведенная специально для работы в условиях российского климата.
закрытое акционерное общество «Красный Октябрь Нева» уже долгие годы успешно реализует свою продукцию по всей России и в странах СНГ и имеет разветвленную сеть сервисных центров. Предприятие открыто новым видам сотрудничества как на российском, так и на зарубежном рынках, основой которых считает долгосрочные взаимовыгодные деловые отношения.